Прямо сейчас, внимание, специальное предложение только сегодняшнего дня. Кардиган нежный июнь, вы только представьте. У нас 7 расцветок на выбор, и цена, которая действует только сегодня, 1499 рублей. Ну, начнем с того, что это очень популярный российский бренд Prestige Style. Елена, ты помнишь тот момент, когда кардиганы впервые появились в нашей модной рубрике? Сегодня у нас появились новые расцветки, мы хотим с ними познакомить наших модниц. Но начать как стилисту мне хочется с того, что кардиган – это незаменимая базовая модель не только для лета. Представь себе, мы приобретаем эту вещь и носим ее круглый год. Я выбрала для себя не случайно сегодня эту модель. Я обожаю вещи, которые создают многослойный стиль. Это очень модно. И не все женщины, к сожалению, могут дополнить свои ансамбли. Для этого есть мы у вас. Дорогие мои, не надо пугаться кружева, потому что кружево делает наш образ статусным. Вы видите, что я выбрала сегодня для себя цветные джинсы и украсила кружевным кардиганом. Леночка, и так мы можем ходить в повседневной жизни, в праздники, на работе. Это прекрасно. Давайте скорее познакомимся с цветами, определимся, чтобы мы уже с вами могли заказать свой цвет. Ну что ж, я выбираю темно-синий, сапфировый. Он хорошо смотрится с моим цветом джинс. Очень. Ну и мы научим сегодня правильно подбирать оттенки бирюза. Мне нравится этот оттенок цвета морской волны. Уже всем хочется в отпуск, и этот цвет отправляет нас в лето. Это совершенно точно. Ну, цвет василек – это просто излюбленный цвет наших модниц. Как его все обожают. Да, ты знаешь, я хочу приложить этот кардиган к твоему наряду. Давай. Лена выбирает сегодня платье, и очень эффектно можно дополнить образ нашей модницы. Леночка выбирает темно-синий цвет, к ее наряду подойдет и голубой цвет, и синий василек. Смотрится как костюм, смотрите. Внешний вид совершенно стал другим, и мы дополнили образ нашей ведущей той самой деталью, которая дополнит и ваш ансамбль. Собираясь на выпускной, на юбилей, вы не наденете на себя вязаный кардиган, а кружевной будет кстати. И я еще раз хочу напомнить, что кружевные кардиганы – это не только праздничный акцент. Следующий цвет – это голубой. Он также подойдет к Елене, потому что у нее флористический принт и есть голубой орнамент. Можно выбрать сразу две расцветки по такой цене, которая действует только сегодня. Это можно сделать прямо сейчас. Пудровый цвет. Многие женщины летом, я знаю, не пользуются декоративной косметикой. Как освежить свое лицо? Личку придать румянец? Ну, конечно же, оттенки пудры. Выглядят они очень достойно и нежно, и могут дополнить любой праздничный ансамбль, даже невест. Ух ты, какая красота. Ну, давайте посмотрим еще на один очень элегантный цвет. Ну, этот цвет у нас бы выбрала Оленька Грядунова 100%. Олечка у нас любит яркие акценты страсти и любви. А вообще хочу напомнить, что красный фаворит многих коллекций, особенно в 2017 году, пик популярности пришелся именно на красный. И еще один цвет, новый, на нашей модели Елене. Лена выбирает сегодня для себя сливу. И я хочу обратить внимание, мои дорогие, давайте правильно сочетать оттенки друг с другом. Поэтому выбираю блузу оттенок слива бордо. Он называется Марсала. Я дополнила Леночкин ансамбль кардиганом нежный июнь оттенок слива. Обратите внимание, наши модницы выглядят молодо, стильно. Ну а еще, Леночка, мы поговорим о стройности. Очень, очень важный момент, но мне хочется у тебя спросить, вообще, в принципе, зачем женщине нужен кардиган нежный июнь летом? Ну я понимаю, на празднике я собралась, я накинула на себя кружево. Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что сегодня очень модно дополнять будничные ансамбли атласом, шелком, кружевом. Это смотрится очень эффектно. Посмотрите на нашу Танюшу. Танечка отправилась на работу. У нее очень стильный, элегантный ансамбль. И вместо пиджака из костюмной плотной ткани, когда женщине жарко, мы надеваем кружево. Это перфорация, это дыхание тела. Но и смотрится очень легко. Не перегружает образ. Таня выбрала под цвет кардигана бирюза ментол юбку. Это баркаролла, вы можете ее заказать у нас на сайте, или просто наверняка конечно, она у вас уже есть. Конечно, заказывайте прямо сейчас, все звонки абсолютно бесплатные. 1499 рублей, это специальное предложение только сегодняшнего дня. Свет, ну подскажи, пожалуйста, еще о кружеве. Мне очень важно знать, можем ли мы носить ее тоже кружево. Конечно. Во-первых, хочется сказать в пользу кружева очень много положительных слов. Это качественный материал, он уже давным-давно радует женщин прочной
прочность. И посмотрите, я провожу эксперимент в прямом эфире, который доказывает, что кружево плетется сегодня на специальных ткацких станках. Это 21 век. И мы видим с вами, вот оно, легкое-легкое, такое как органза, сетчатое, тонкое трикотажно-вискозное полотно. И эффект жаккардового плетения мы несколько раз перекручиваем матовые нити. Таким образом, мы получаем с вами кружево с орнаментом. Такие ткани очень прочны, они могут прослужить 10 лет. И я хочу сказать, что такие кружева смотрятся очень достойно. Ну и, конечно же, хочется сказать еще и о мягкости кружева. Конечно, это не важно. То кружево, которое вызывало дискомфорт своей колкостью. Наше кружево очень мягкое, поэтому давайте вместе сейчас прикоснемся к нему. Кружево просто тает в моих руках и будет дарить вам невероятную мягкость и нежность. Ох, как здорово, что мы сегодня с вами живем в 21 веке. Вы только представьте, кружево мягчайшее, которое просто дарит нам легкость, воздушность и придает нашему образу определенный вид, но при этом и стройнит, ты говорила. Вот давайте поговорим о стройности. Посмотрите, у Елены 48 размер. Для взрослых дам я предлагаю выбирать кардиганы на размер больше. Эффектнее, когда вещь сидит на вас свободнее. Поэтому обратите внимание на зону верха. Кардиган свободного кроя, бортовые зоны вытягивают наш силуэт и дополнительно стройнят. У Танечки сдвоенный размер. Мы сейчас посмотрим на нашу модель. Итак, у Елены 48 выбирает 50. Можно носить с поясом, с любой брошью, если кардиган свободно. Татьяна, у Тани сдвоенный размер 50-52. И Таня выбирает 52 размер в сторону большего. Обратите внимание на длину кардигана 82-85 сантиметров. Он закрывает объемы бедер, поэтому ваши объемы бедер тоже надо учитывать. И выбирая удлиненную модель, ориентируемся в сторону большего размера. Ну просто чудеса у нас сегодня на подиуме. Давайте посчитаем. 1499 рублей. Вы получаете кардиган «Нежный июль» от бренда Prestige Style. Вы получаете мягкость, вы получаете стройность, вы получаете ткани 21 века, причем можете носить как на праздник, так и на работу. И самое главное, вы получаете незабываемый образ элегантной стильной модницы. Вот так вот одной деталью мы можем завершить свой ансамбль. Помните, мои дорогие, что многослойный стиль сегодня в цене. Давайте напомним вам расцветки, которые будут радовать вас этим летом и не только летом. Давайте посмотрим сейчас на те оттенки, которые вам полюбились. У нас уже есть фавориты. Итак, я выбираю темный синий цвет, сапфир. Он хорошо будет сочетаться с любой одеждой, его уже по праву считают универсальным цветом. Красный цвет – это яркий цвет. И у меня к вам совет. Если у вас в гардеробе более спокойные оттенки, вы можете разбавить и добавить каплю яркости. Бирюза, ментол отлично сочетаются не только с оттенками монохромными в том же самом образе, но бирюза очень хорошо сочетается с шоколадом и с бежевым. Поэтому учитывайте это при создании своих ансамблей. Ну а пудровый цвет, который подойдет, кстати, абсолютно невестам, но любой праздник вообще сделает ваш образ более легким, более нежным, романтичным, конечно. Леночка выбирает с платьем сегодня василек, он очень хорошо гармонирует, и у Лены законченный образ. Или голубой цвет, уже решать вам. И наша модель Леночка выбирает для себя сливу. Выбирайте свои оттенки и помните, что сегодня у нас действует акция «Бесплатная доставка» при сумме заказа от 2990 рублей. Я, например, сразу выбираю два. Это василек и это светло-голубой цвет. Выберите свои расцветки. Размеры есть от 50 до 60.